В доме, признанном аварийным, все жилые помещения автоматически признаются непригодными для проживания. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о внесении изменений в положение о признании домов аварийными. Возникают ситуации, когда часть жильцов аварийного дома не соглашалась с принятым решением. Они считали, что жилье соответствует всем необходимым нормам и отказывались от расселения. При этом аварийный дом создает угрозу для жизни во всех жилых помещениях. Поэтому необходимы меры по переселению граждан в новое жилье. Согласно внесенным изменениям, основание для признания многоквартирного дома аварийным следующее. Это аварийное техническое состояние несущих строительных конструкций дома или дома в целом, которое характеризуется их повреждениями и деформациями, потерей несущей способности и опасностью обрушения многоквартирного дома, а также кренами.